СМИ. В Москве пенсионер облил краской здание ФСБ. К вандализму причастен 60-летний житель Подмосковья. В Москве 60-летний мужчина бросил бутылку с красной краской в фасад здания Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что инцидент произошел 5 октября, но известно о нем стало только в понедельник, 9 октября. Сотрудники ФСБ задержали и передали полиции 60-летнего жителя подмосковного Подольска, который беспричинно бросил в фасад здания ФСБ РФ на Лубянской площади стеклянную бутылку с краской ярко-красного цвета. Свой поступок мужчина никак не объяснил, общаться с сотрудниками ФСБ и МВД отказался, сказал источник. Где сейчас находится задержанный, неизвестно. Напомним, ранее в Киеве облили краской офис нардепа. По материалам сайта newsgra.com.